Новая игра от SimBeam Development Team является продолжением некогда популярного гоночного симулятора Race the WTCC Game, единственного проекта по лицензии Федерации FIA WTCC. Race 07 предлагает уникальную возможность почувствовать себя пилотом сразу в нескольких классах гонок, а именно в классе GT, Формула 3000, Формула BMW, Radical, Caterham и Mini. Также в игре присутствуют три официальных гоночных чемпионата WTCC за 2007-2006 год и соревнования 1987 года. С таким набором скучать точно не придется, а если учитывать, что автопарк насчитывает более 300 гоночных болидов, то можно смело потеряться во времени. Эта игра просто сборник разнообразных достоинств. Те же системные требования для нормальной игры являются прошлогодним стандартом. При этом глаз радует великолепная картинка и скорость. Настройка управления занимает всего минуту. Достаточно указать горячие клавиши и настроить оси на руле. Физическая модель заставляет поверить, что машина именно едет по асфальту, а не плывет над ним, как это частенько случается в других гонках. Race 07 предназначена не только для фанатов автоспорта, но и для новичков, которые только знакомятся с особенностями гонок и поведением автомобиля на высокой скорости. Если опытные игроки могут смело жечь резину в поворотах, не боясь при этом сорваться в неуправляемый занос, то другим позволяется включать Traction Control и ABS. Конечно, в этом случае шансов на совершение ошибки меньше, правда, и драйва поменьше. Как и на настоящем соревновании, в Race 07 придется тщательно прорабатывать стратегию гонки. Изучение трассы может отнять больше времени, чем сам заезд. Правильная настройка двигателя, подвески и выбор резины являются основной работой над машиной. И тот же выбор количества бензина может кардинально повлиять на исход гонки. Например, с малым количеством топлива автомобиль будет легкий, а значит сможет быстрее набирать скорость. Но есть большая вероятность, что придется делать запрос на пит-стоп раньше времени. С полным баком все наоборот. Искусственный интеллект настраивается под опыт игрока вручную. Диапазон настолько широкий, что найти своего идеального соперника можно всегда. Ну а если компьютер не способен составить настоящую конкуренцию, то можно всегда попробовать сразиться одновременно с 24 игроками в онлайн-режиме. Для описания этого симулятора не требуются пафосные эпитеты. Игра Race 07 получилась именно такой, какой она должна быть – динамичной, масштабной, азартной и увлекательной. Можно долго рассказывать про клубы дыма из-под колес и разбивающиеся об лобовое стекло насекомые, но эта игра цепляет другим – настоящей гонкой WTCC.